Готовность пляжей к купальному сезону проверяют спасатели Восточного Казахстана. В регионе больше 2000 водоемов, однако официально разрешено купаться только в 22 из них. Службы ЧС ежедневно проводят рейды, обследуют донья озер и рек, очищают их и таким образом помогают владельцам пляжа обезопасить территорию. Кроме того, специалисты обращают внимание на наличие буйков, медицинских и спасательных постов, предусмотренное обучение дружинников-спасателей, которые будут дежурить на пляжах все лето. Но в первую очередь сотрудники департамента ЧС просят самих жителей соблюдать правила безопасности на воде. Уже оштрафовали одного из нарушителей. Отмечу, в прошлом году на востоке страны утонуло 6 человек, а с начала этого года уже четверо. Зарегистрированы в Уланском районе 2 происшествия и 1 происшествие в районе Алтай. С начала купального сезона у нас 2 июня произошла трагедия на селе Жанузак Уланского района, где маленький ребенок, 3-летний ребенок, без присмотра родителей утонул на речке Уланка.